Флагман авиационной индустрии Казахстана, авиаремонтный завод номер 405, расположенный в городе Алматы, в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. За свое длительное существование завод достиг больших успехов и достижений в области ремонта, обслуживания и модернизации авиационной техники, начиная с самолетов военных лет и заканчивая современной вертолетной техникой. В преддверии знаменательных событий завод еще раз доказал свой высокий профессионализм, успешно выполнив государственный оборонный заказ. По поручению Министерства обороны Республики Казахстан свыше 10 вертолетов Ми-17В5 сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан были модернизированы путем установки современных систем вооружения. Вертолеты силами предприятия были оснащены комплексами бомбометания, стрелково-пушечным вооружением, а также защитой вертолета от различных средств поражения, позволяющей их дальнейшее применение для огневой поддержки сухопутных войск, высадки и подбора десанта, использования стрелкового и ракетно-бомбового вооружения при выполнении поставленных задач. Весь комплекс работ проводился под руководством разработчика вертолетов конструкторского бюро имени Михаила Леонтьевича Миля. Испытания модернизированных вертолетов Ми-17В5 успешно прошли на военном полигоне «Казахстан».